Ребят, это Дмитрий, он организатор. Сколько лет формату USD? Ultimate Sound Destruction. По-русски. Beach Front SPL. Поехали смотреть. Пизда мне, но зато будет весело. Сейчас послушаем проект магазина «Автокаст». Один, одна, две нахрен, ну как тебе вообще? Ладно, все, слушаем. Одна Т-шка, 15-я, ребята, это легенда, сейчас уже этих сабов нет. Все, готовьтесь, будет интересно, люто. Постараемся сделать шоу. Держу уральскую пятерочку да по рукам. Суета по городам, движа ждет толпа. Поднимаются ролеты гаража. Вы все еще спите, тогда мы едем к вам. Друзья, всем привет, уральскую пятерочку. Ну что, очень сильно соскучился по соревнованиям по автозвуку. И сегодня самое время оказаться именно на них. Увлекся автозвуком и не знаешь, с чего начать. Посмотрел кучу видосиков, поездил на соревнования, но ничего не понятно. На сайте автокаста.ру есть бесплатный подбор автозвука. Заполняйте форму на сайте, мы вам позвоним и сделаем очень классный подбор автозвука именно ваш бюджет. Лучший подбор автозвука на сайте автокаста.ру. Что, ребят, мы находимся на площадке торгового комплекса «Горки», Челябинск. И формат USD. Ребята с Ростовской области, с юга России ездят по России, проводят свой формат. Пойдемте сейчас пройдемся, посмотрим. Вот здесь парни сидят, зовут Максим и Дима. Сейчас мы Диму вытянем на 5 секунд и спросим у него. Ребят, это Дмитрий, он организатор и, в принципе, ведущий, да, соревнований. Да, хорошо, привет. Сколько лет формату USD? Слушай, именно USD получается 4 года, а в целом тем форматом, который я делаю, получается 14 лет. 14 лет. Да. Ладно, давай конкретно про USD. Как переводится? Ultimate Sound Destruction. По-русски? Тотальное разрушение звуком. О, нифига, тотальное разрушение звуком. Отлично. Это какой у вас уже, уже этап какой? В этом году 8-й. 8-й? Да. Всего 10, ты говорил. Да, всего 10. 10-й это финал. Этот год достаточно рекордный, да, такой? Да нет, почему? У нас первый год было, по-моему, 11 или 12 этапов. А, первый год. Да. Ну, есть какие-то особенности? Можешь вкратце ребятам рассказать, почему именно на этот формат стоит приехать как участник и попробовать? Во-первых, потому что это минута среднего значения. Так. Здесь играет роль именно стабильность твоей системы в повседневе. Это первое. Так, стой, остановимся, ребят. Да. То есть надо на замере валить не 30 секунд, а целую минуту. Да, да. И минуту показывает на дальше, вам зачет идет результат среднего значения, правильно? Да. Это круто. Дальше. И по фронту здесь играет роль усредненное значение во всем диапазоне. Тут важно не как орет твоя калитка, а важно, как она и орет, и играет. То есть должно быть и качество, и громкость. Все частоты должны быть. Все частоты, то есть, да. Если у тебя только какая-то одна частота, да, у тебя результата не будет. То есть у вас получается две категории по факту. SPL, давление звуковое. SPL и Beach Front SPL. Beach Front, да. Это пляжный фронт. Пляжный фронт, то есть, фронт, не сучный фронт, но пляжный фронт. Да, да. Да. Все, да. Понял, отлично, да. Все, ну, все, Диму оставляем, потом подойдем, сейчас посмотрим участников. Спасибо, Дима, огромное. Формат классный, у всех форматов свои особенности. Я вам именно
Неважно, как увлекающийся со звуком человеку, рекомендую первое – просто сходить посмотреть, второе – поучаствовать. Сейчас Павел покажет площадку автозвука, покажет те тачки, которые здесь есть. Также у нас здесь стоит 11-я наша автокаста, которая собралась буквально 4 часа назад. 3 часа 20 минут назад, представляете, Вова это сделал. Степан приехал, Илья с Губкинского. Короче, классные тачки. Поехали смотреть. Долго вас радовать, и мы сейчас его послушаем. Там 8 сабов и с очень дорогим усилителем. Пойдем. Как классно, когда есть свой проект, потому что ты понимаешь, что ты можешь на нем выехать, тусу провести и так далее. И басуха это решает. Но зато будет весело. Парни, всем здорово. Сегодня у нас валим в шапки. Вот в такой. То есть мы делаем шапки разные и делаем хэр-трики. Сейчас мы послушаем 2-4 восемнахи. Получается, у тебя один сап. Да, дестеха PSV 322. Короче, одна двенашка, это вот обычная стандартная система. Сейчас ее послушаем. Сколько бюджет? Сап и усилок. 25. Нет, сап и усилок. Сап и усилок 25. 25 тысяч. Пойдем, включай. Ну что, ребят, поехали. А сейчас у нас стандартный, вот по всей дне приехал, только собрали тачку, да, недавно. Да, в отпуске. Все, одна двенаха, ну как тебе вообще? Ну пойдет. Офигенно, вот стандартная машина, ребята гоняют все вместе на природу и везде по кайфу. Давай врубай, будем слушать. Juice box.
Надо ставить нормально, да, мы это. Я сейчас должен прийти на 250, Димон напишет мне, отправить домой его. Детонат дома лежит уже. Короче, питание добавим, будет ништяк. Да, в принципе, ребят, для повседнева нормально слышно, а со спинкой сложной. Слышно, как хуже слышно. Ну он вообще в полке стоит у меня. Я полку убираю и ставлю верхом его. А, тогда ништяк, да? Да, сейчас вот второй буду брать. Ну вот, и 20... город переделывать. 25 тысяч плюс сейчас питание добавить и будет офигенно, да. Все, ребят, так что вы должны на площадку прийти, посмотреть, вот. Сегодня вот нормально замер так под него пошел. С таким питанием. Ну, вообще-то, на замере, считай, был. Да, то есть обязательно участвуйте в мероприятиях и собирайте, пробуйте с Тимака. Количество самов сейчас посмотрим. Сколько у тебя сабов? Один. Тэшка. О, легенда. Тэшка 15-я. Сейчас мы послушаем ее. Давай, врубай. 4900. Ну, усилок, честно, так себе. Но усилок какой есть. Хороший. Ладно, все, слушаем. Одна Тэшка 15-я. Ребята, это легенда. Сейчас уже этих сабов нет. Сейчас М25-й. Разборный. Но это, блин, прям хит-хитком был. Саб офигенный. Сам-то кайфуешь? Больше надо. А, уже больше надо. Да. Ну, естественно, ждем стену. Всех, кто на видосе. Что ты хочешь рассказать? В школе научили, что нельзя назад расставлять. Знаем, где достать. Блядь, я урят, что все такое. Любил мопады, кроники, питать нужно повора. Где? Перемещаемся там, где потише. Считали басом жестко, лучше дома Парижа. Через питать ничего не движу. Дыша приводит, если че, дырот не победим. И залетим за сишки, по-любому не спалил. По-любому кто-то знал. Чилька, ЕКБ, расклад, герцом не по головам, болевой на ухо, брат, бандероль играет классно, для повседневной штырка самая классная тачка, ребят, для повседнева. Пятнахи, багажник, отделен, в седане в любом отделен, вот четырка вообще бомба просто, прям классно. Продолжаем USD, прошли замеры давления звукового, фронты. Наш Степа, мы тебя поздравляем, занял первое место. Владимир на 11-е на нашей, тоже третье вроде занял.
красавцы. Сегодня был замер, только начался замер, сразу лапаш, вау, смотри, глаз. Они его скотчем заделали. Показали. Вот 23 сентября будет Кубок Автокаста в Челябинске на Платторговом центре. Все готовьтесь, будет интересно, люто. Постараемся сделать шоу. А вам желаю закупаться в магазине Автокаста. Покупайте у нас музло. У нас самый позитивный магазин автозвука России. До встречи, в гостях, уральскую пятерочку. И пока. Когда мы едем к вам.